Друзья, всем привет! Всем привет! И сегодня мы на авторынке «Зеленый угол». Пройдем, посмотрим цены, что происходит в связи с подорожанием иностранной валюты и удешевлением рубля. Цены, естественно, поднимаются, и куда, никуда от этого не денешься. И поднимаются не просто, вот поднял там неделю назад или там, а поднимаются прям, звонишь, а через 15 минут цена уже на 50 тысяч больше. И продавец ни в какую говорит, вот, сброшу 10 тысяч и все. Поэтому сейчас посмотрим, что сколько стоит. И то, если 10 тысяч сбрасывают, это хорошо. Вот, ну и, короче говоря, пройдем, посмотрим по наличию автомобилей, что сколько стоит. Ребят, еще в связи вот с этой нехорошей вещью, которая происходит во всем мире, возможно, что мы на недельку прекратим осмотр машины. Ну, мы пока это решим уже вот на днях, будет это или нет. Вот, ну а сейчас пойдем смотреть, что продается. Вот, и встречает нас Subaru Forester уже в рестайле. Он такой, такого какого-то, знаете, графитового цвета, 148 лошадиных сил. Почему 148 лошадиных сил? А, в ПТС, смотрите, автомобиль идет турбо, но растаможен он как 148 лошадиных сил. Если бы растамаживался он по полной, то в ПТС было бы указано 280 лошадиных сил. Ну, там, ребят, налог, конечно, такой неплохой. Тысяч, наверное, 40-45 в год. Рядом встречает нас Subaru Outback в белом цвете, фары линзовые. Брейк, комплектация X-Brake, автомобиль 2016 года, объем двигателя 2,5 литра, ну пошлина, поверьте, нехилая на 2,5 литра. У него установлены японские дуги, японские рейлинги, он с люком, шикарное родное субаровское литье, бесключевой доступ в автомобиль, такой прям модненький Outback стоит, за 1 миллион 600 тысяч рублей. Автомобиль у нас закрыт. А рядом стоит CR-V 2016 год, 4 ВД 2.4, тоже пошлина нехилая, 1 миллион 597 тысяч рублей. А стоит последняя модель Subaru Forester. То есть давайте их немного сравним, да? Цвет у него такой клевый, коричневый. Вот стоит последняя модель, а вот стоит предпоследний до рестайл. Итак, этот Subaru Forester, он у нас идет 2018 года. Ну, 2018 год идет непроходной, то есть нужно внимательно смотреть, что с автомобилем, с этим происходит. Тоже он закрыт, конечно, Subaru, он изменился внешне, он изменился внутри. У него идут изменения по подвеске, комплектация E-Boxer. Тоже шикарное родное субаровское литье. Кстати, у них добавилась подушка безопасности вот в этом месте. Это в случае наезда на пассажира. В общем, она раскрывается. Рядом с Subaru Forester у нас стоит наипопулярнейший минивэн. Это Honda Freed Spike, гибридная версия. 2012 год, максимальная комплектация. Цена не указана. А подскажите, сколько стоит Spike у вас? 695. А если по старой цене, сколько он будет стоить? Отдал 660, отдал вот 3 недели назад. 660, ну видите, плюс 30 тысяч рублей к автомобилю. Друзья, Toyota Wish 4WD, 16 год, стоит 937 тысяч. Продавец продавал такую же машину, вот именно, которая сейчас этого Виша продает, неделю назад, еще продалась за 8... Сколько? Да, за 3 недели назад 870 тысяч она стоила. Вот сейчас цена 937 тысяч. И тут никто ничего не может сделать в плане того, что машина покупается в йенах, а пошлина выплачивается в евро. Поэтому цена, хочешь не хочешь, вот получается, на сколько там пошлина вырастает, на полторашечку? 50-60. На 50-60 тысяч пошлина она вырастает. Ну, естественно, и продавцы эти цены поднимают. Что будет завтра или через неделю, пока никто ничего не знает. Это уже у нас Toyota Passo, 16 год, объем двигателя 1 литр, 4 ВД. Такой молочный цвет. Ну, это что-то между кейкаром и полноценным автомобилем. Объем двигателя, напоминаю, 1 литр. Так, Toyota ProBox 595 тысяч рублей, 2015 год,
4 ВД 1,5 литра. Пробоксы, саксиды. Если раньше были автомобили, которые 4 ВД, они шли на автоматах, то теперь все автомобили, абсолютно все, идут на вариаторной коробке передач. Toyota Porte. Красный цвет. Салончик светлый с оранжевыми вставочками. 15-й год. Объем двигателя 1,3 литра. 512 тысяч рублей. Nissan Juke. Ну, я называю это такой, знаете, полукроссовер. 15-й год. Черный цвет. 1,5 литра. 700. Знаете, ребят, тут не понять. Либо 729, либо 799 тысяч рублей. Указано то, что имеется торг. Полноценный гибрид Toyota Prius, синий цвет, рестайл, сонары, повторители. Видите, зеркала у него заднего вида окрашены в серый цвет. По низу тоже идет накладка серого цвета с лейбой Prius. 14-й год, салон кожаный, 797 тысяч рублей. Время 10 утра, но вот первый покупатель уже выезжает, приобрели Honda Shuttle. Далее, значит, у нас стоит Toyota Voxy 2 литра, рестайл, 4 ВД, радар, датчик при столкновении, жирная комплектация, 2 печки, электродверь, ксенон, литье, 1 миллион 350 тысяч рублей. Такие автомобили есть с гибридным исполнением. Если это идет гибрид, но Voxy, то объем двигателей у них идет 1,8 литра. Вот смотрели Porte, вот он стоит, приветствую. Вот он стоит, Toyota Spade, 14-й год, 1,5 литра, 580 тысяч рублей. Subaru Forester, ну, это SG 5 кузов, даже до рестайла, 2013 год, 1 миллион 155 тысяч рублей. Вишня, такой бордовый цвет, тоже 13-й год, S-ка комплектация неплохая, 4 балла, 1 миллион 200 тысяч рублей. Toyota Rush. Daihatsu Bigo, не понимаю за что, но цена 745 тысяч рублей. Как бы дороговато, да, за полторашечку. Реально дороговато. Honda Кейкарчик стоит, N-Box, 2016 года, 380 тысяч рублей. Боковые двери идут сдвижные. Toyota Aqua, Spike стоит. Ну, к ним мы сейчас вернемся. Вот у нас есть цены еще. Toyota Prius Alpha. Вот, кстати, вчера, по-моему, кто-то звонил, интересовался по Альфам. Вот, 13-й год, 857 тысяч рублей стоит данный автомобиль. Honda Fit Shuttle, 12-й год. Это максимальная комплектация. Но, я так понимаю, там круиз, кожаные вставки, 610 тысяч рублей. Он на литье. Да, я оказался прав, на стеклышках, климат-контроль. 610 тысяч. Рядом стоит у нас Toyota Aqua в белом цвете. Ребята, вот с Aqua сейчас проблема. Идет у нас поиск Aqua у человека, 650 тысяч. Вот не можем ему подобрать. Пробег 105 тысяч, А3. Ну, в принципе, вариант неплохой. Стоит данный автомобиль 660 тысяч рублей. Это у нас уже идет Toyota Corolla Fielder за 780 тысяч рублей. 4 балла. Ну, знаете, знаю продавца вот этих автомобилей. Кстати, он, а ну да, он на климате, он гибрид. Здесь аукционные листы продавца настоящие. Еще один Prius Alpha, белый перламутровый цвет, бесключевой доступ, мультируль, все закрыто. 857 тысяч рублей. Зашли на очередную стоянку авторынка. Ну, давайте посмотрим по наличию автомобилей. Да, безусловно, автомобилей стало меньше. Допустим, вторые ряды, да, вот, есть такая седина. Ладно, вернемся к ценам. Honda Fit, гибрид, L-комплектация. Комплектация эта неплохая, 630 тысяч рублей. Коробка передач, здесь установлен робот. Это у нас Honda Vezel. Нет, ребята, это не Honda Vezel. Honda Vezel у нас идет 1,5 литра. Это Honda HR-V. 1 миллион 30 тысяч рублей. Ну, это то же самое, что и Vezel. Видите, Honda HR-V. Suzuki Hustler. Зеленый цвет, крыша белая. Цена у нас на автомобиле не указана. Пойдемте искать цены.
Pajero Mini тоже ценника нету. Toyota Wish цена нету, X-Hide комплектация. А вот неплохой стоит Honda Freed Spike с панорамной крышей. Салон кожаный, не кожаный, а с кожаными вставками, мультируль, климат-контроль, родное литье. 2013 год, стоимостью 705 тысяч рублей. Ну вот, допустим, 705 тысяч рублей для такой комплектации, 13 год. Я не могу сказать, что это дорого. Продавца нету, то есть мы узнать не можем сейчас, какая это цена, новая или старая. Вот, пока ходим. Кстати, вот несколько дней у нас так тепло было. Сейчас вот уже, видите, разделись там в кроссовках, в штанах спортивных. Похолодало на улице. Напишите, что вы думаете по поводу ситуации с вот этим вот коронавирусом. Как вы думаете, что у нас происходит? Далее, значит, стоит Nissan Serena. Nissan Serena 13 год, гибрид, аукцион, статистика, цена 838 тысяч рублей. В последнее время вот люди как-то прям, не знаю, как с цепи сорвались по вот этим вот сиренам. Каждый день по 2, по 3 сирены смотрим. Ну и довольно много автомобилей покупается. Delica D2, то же самое, что и Suzuki Solio. Автомобили один в один. Четырнадцатый год, 500, а тут не понять, 500 с чем-то стоит вот этот замечательный автомобиль. Так, зашли немного дальше, вглубь стоянки, Honda N-Wagon, 14 год, такой, знаете, красивый цвет, турбо 465 тысяч рублей. Кейкары тоже есть, раз, два, три, 4. Ну, вот камеру подниму наверх, я думаю, видите, да, то, что выбор автомобилей, он все-таки есть. Здесь Toyota Isis, хороший такой семейный минивэн, 14 год. Вот некоторые путают, да, там, автобусы, Voxy, мы хотим минивэн. Вот Voxy, Nohi, это идет микроавтобус. А вот Isis, видишь, это идет минивэн. Вот, пожалуйста, Isis за 948 тысяч рублей. Это минивэн, 3 ряда сидений. Двигатели 1.8. И вот, пожалуйста, идет Toyota Voxy, но 2-литровый, 13 год, 4 ВД, 1 миллион 65 тысяч рублей. Вот даже, смотрите, ребят, вот они рядом стоят. Вот стоит микроавтобус, вот стоит минивэн. Вот этот Isis, 12 год, 1.8, 4 ВД, 850 тысяч рублей. Toyota Passa уже... свежий кузов, 16 год, 4 ВД, климат-контроль, 535 тысяч рублей. Toyota Wish 1.8, 829 тысяч рублей. Вот на данный момент ходим еще, выбираем Nissan Note. Есть у нас пару вариантов для нашего подписчика, но хочется найти самый лучший автомобиль. 16 год, 529 тысяч рублей. Toyota Corolla Fielder Airstyle. Вот смотрите, Fielder, Axio, они практически одинаковые. Да, только Fielder это идет у нас универсал, а Axio это идет седан. Стоимость Axio 709 тысяч рублей, 4 ВД, 4,5 балла. Стоимость Fielder 726 тысяч рублей. Ну и давайте по задней части я покажу. Кстати, вот эти автомобили можно действительно назвать такими народными автомобилями. Довольно-таки комфортабельные, и не особо, я вам скажу, они идут у нас дорогие. Еще один ноут, ну это уже, ребят, 17 год, рестайлинг, там салончик другой, кузов другой, 4 ВД, 614 тысяч рублей. Ну это, друзья, уже король минивэнов стоит, 16 год, 2.5, 4 ВД, Toyota Wildfire. Просто огромнейший, шикарнейший автомобиль, 2 миллиона 239 тысяч рублей. Пробег на автомобиле 88 тысяч. Светлый салон. Toyota Land Cruiser Prado, тоже легендарный японский автомобиль. Дизель 2.8, естественно, 4 ВД, 2 миллиона 459 тысяч. То есть такие премиум автомобили дорогие. Тоже есть на рынке, вплоть до Lexus. Но Lexus, по-моему, стоит
пробежим. Давайте по прайдингам пробежимся. 14 год 2.7, 4 ВД 2 миллиона 329 тысяч рублей. 15 год 2.7, тоже 2 миллиона 329 тысяч рублей. Lexus левый руль 4.6, пробежный 1 миллион 839 тысяч рублей. Вот у нас стояночка. Да, вот здесь, конечно, автомобили подраскупили, новых завозов пока нет. Да, вот можете просто прикинуть, сколько автомобилей. Кстати, обещали запустить дрон. Дрон взяли, попытаемся запустить, посмотреть на авторынок сверху, если позволит погода. То есть, ну, посмотрите, да, туман, вот уже сколько, где-то 10:30. Сейчас, если туман у нас рассеется, то обязательно запустим дрон, полетаем, посмотрим на авторынок зеленый угол с высоты птичьего полета. Итак, ну вот, 17 год, 4 ВД, 599 тысяч рублей. Серый цвет. Следующий белый цвет, 5 камер, пробег 82 тысячи, стоимостью 619 тысяч рублей. Золотистый цвет, тоже 4 ВД, тоже 17 год, 76 тысяч пробег, 609 тысяч рублей. Еще один, 16 год, 1.2, 4 балла, 61 тысяча пробег, 509 тысяч рублей. Note E-Power. Тоже вот люди интересуются, автомобили повезлись потихонечку. Нет такого, да, как, допустим, вот этих ноутов, то, что они там пачками стоят. Но, тем не менее, начинает появляться. Итак, 17 год, 1.2, пробег 79 тысяч, 739 тысяч рублей. Такой оливковый цвет. Он без литья, на летней резине, хромированные ручки, камеры заднего вида на автомобиле установлена. И еще один E-Power черного цвета на климате. Это тоже идет на климате, у него переключалка как у Лифа идет. Резина под замену лысая. Стоимость здесь не указана. Зато у нас есть аукционный лист. В принципе, автомобиль целый, пробег 57 тысяч. Судя по аукционному листу на данном автомобиле. Prius черный цвет, 14 год. Ну, это ПХВ, то есть и бензо, и электро, и гибрид. Кожаный, нет, кожаный салон, я, ребят, не вижу. По-моему, это чехольчики одеты. Полный мультируль. Видите, специально указана розетка. Toyota Rush, рейлинги, мультируль. Итак, Prius ПХВшный стоит 900 тысяч рублей. На Rush цена не указана. Вот стоит беленький Rush, 9-й год, G-комплектация, 4 ВД. Он стоит 810 тысяч рублей. Рядом стоит Mitsubishi Delica, 13-й год. Бензин, ну, как бы редкость, да. Не то, что редкость, мало таких автомобилей. ЖЭшная комплектация, 2 электродвери, 1 миллион 390 тысяч рублей. Ну, цена такая, недорогая, этот автомобиль. Еще стоит один Prius, 14-й год, G-комплектация. Написано, что на коже, аукционный, 870 тысяч рублей. Вот здесь тоже вот стоянка. Допустим, второй ряд. Да, тут тоже автомобилей стало поменьше. Но я еще раз повторяюсь, то, что они есть. Prius — это самый последний кузов. Цена не указана. Вижу аукцион, 4.5 балла. Автомобиль 2016 года выпуска. Subaru Outback. Outback'ов, кстати, мало на рынке. Сегодня мы один видели. По-моему, он тоже, да, 1 600 000 стоил. 16 год, 2.5, есть все. 1 600 000 рублей. Honda Fit Shuttle, 14 год, гибрид аукционный. За 1 595 000 рублей. Рядом стоит Honda Insight. Таких автомобилей тоже мало. Мало. Стоимость этого автомобиля 645 тысяч рублей. Друзья, и вот новый автомобиль, не то что новый, да, а по новой растаможке. Это Nissan Note. Какого он года у нас? Он 17-й год, январь. Смотрите, Nissan Note 2017 года, комплектация Medalist. На литье, на летней резине. Клевая комплектация. Итак, цена его с новой пошлиной по новому курсу 715 тысяч рублей. До поднятия цен такого плана ноут можно было приобрести где-то, наверное, 600-650 тысяч. Вот и считайте. Ты резину покажи, она с пупырями новая. Ну, что резина? Мы покупаем, ну, резина с пупырями, да, мы покупаем автомобили
все равно, а не резину. Ладно, пойдемте поищем еще новые автомобили по новой цене. Toyota Wildfire, самый-самый такой жирный, модный. 2500, да, он стоит? 2 500 000. Давайте посмотрим. О, ребят, не знаю, как-то полные карманы салфеток. Салфеток. Я, конечно, понимаю, может, это бред. Ничего не трогает, но не знаю. Да, ну как в таком-то автомобиле не посидеть-то, а? Не почувствовать себя, я не знаю, королем какого-нибудь минивэна. Ну, это, конечно, нечто. Родная магнитола просто огромная. Здесь все шикарно. Здесь такое добротно, все богато. Здесь даже вот стойки вот здесь. Тут, ну, такой вот тканевая обшивка, никакого пластика нету. Ну, автомобиль, конечно, он очень шикарный. Память сидений. Кнопочку нажали. Сиденье само встало. Видите, как все шикарно. Со стороны он такой космический корабль напоминает. Здесь тоже у нас идет все электро. Все электро. Все для, я не знаю, для удобства, для вашего. Сзади огромный монитор. Места здесь просто, просто нереально много места. По полу идет ковер. Ниша большая. То есть, помимо того, то, что он и так огромный, да, сиденья у нас крепятся по бокам, у нас нереально огромный багажник. Посмотрите, как он выглядит вот с такого ракурса. Ах ты, дверь у него даже электро идет. Ладно, рядом стоит. Хорошего понемногу. Кейкарчик. Daihatsu Tanto. Боковые двери сдвижные. Без климата. Без климата. А сколько Tanto стоит? 400 тысяч рублей. Suzuki Solio, ну, это старая цена, 15-й год, 1.3, 455 тысяч рублей. Электродверь, притяжки, пробег 70 тысяч. Автомобиль без литья, обвес, вот небольшая такая притертость, на ушке идет. Тоже автомобиль открытый, он без климата. Без климата, но места в этом автомобиле очень много, поверьте. Прям просто нереально, сколько много здесь места. Где? О, притяжка сработала. Подтяжка, а не притяжка. 455 тысяч рублей. Toyota Aqua. Aqua модная, на модном литье. Серенького цвета. Кожаный салон. Литье, хром зеркала, туманки. Туманки Япония, датчик при столкновении. 15-й год, 12-й месяц, пробег 9675 тысяч рублей. Стоит данная Aqua. Nissan Note 2017 год. Сегодня много у нас ноутов, да? Вот честно, ноутов реально много на авторынке. 17-й год, 4 ВД, 595 тысяч рублей. Еще один Prius, новый кузов, 1 миллион 75 тысяч рублей. 17-й год, 1,8. Honda Freed, 2017 год. Мощность двигателя 131, 7-местный, подлокотник и расход 5,2 на 100 км. Цена здесь не указана. Ну вот, пожалуйста, еще очередная стоянка с наличием автомобилей. И люди, я вам скажу, ходят. Вот время уже ближе к 11. К 11 людей довольно-таки много на рынке. Toyota Pixis, но это уже самая свежая, 18 год, 450 тысяч рублей. Популярный автобус. Ну, такой автомобиль можно брать как и в семью, так и для работы. Хайс, 3 литра дизель, 1 джеловская комплектация, 1 миллион 720 тысяч рублей. CHR
Очень много автомобилей по новизне. Есть гибриды, есть не гибриды. Есть турбо 1.2. Знаете, как-то вот недавно искали такой автомобиль. Основная масса автомобилей, они реально с небольшими пробегами. 17-й год, 1 370 000. Друзья, зашли на одну стоянку. Называется это третья стоянка. Находится практически на въезде на авторынок в зеленый угол. Вот камеру поднимаю вверх, смотрите. По наличию автомобилей. Вот, наверное, на сегодня будем заканчивать. Так, всем напоминаю, то, что, возможно, работа наша прекратится на неделю в связи вот с этой нехорошей ситуацией. Поэтому на сегодня всем пока. Не забываем подписаться, поддержать нас. Вот, и до новых встреч.